Омар Сулуев. Человек трагической судьбы и боец невероятного таланта. Наряду с братьями Емельяненко, Романом Зенцовым, Андреем Семеновым и Ибрагимом Магомедовым он был суперзвездой в начале нулевых. Ударник невероятной мощи, прекрасно подготовленный в борьбе. Он ездил в Бразилию и бил местных звезд на их же поле. Стал чемпионом мира по волейтуду в боях, которые, казалось, вообще не имели никаких правил. Он первым сделал тот самый болевой прием, которым спустя 17 лет забит Магомед Шарипов восхитит весь бойцовский мир. Омар бился в UFC на равных с топовым Чаком Лиделлом, выступал в Прайде, и казалось, что в его карьере никогда не было незрелищных боев. Это был настоящий воин, не знающий страха и которого любили зрители. Сегодня мы с вами увидим один из самых знаменитых нокаутов в его исполнении, который потом неоднократно будет входить в самые различные хайлайты. Это случилось 27 апреля 2001 года, на самом первом легендарном турнире серии М1 «Россия против всего мира». Соперником Омара был по-настоящему крутой боец. Педро Отавио Цезарь был действующим спецназовцем, чемпионом нескольких турниров по волейтуду, и имел впечатляющие габариты, будучи выше Омара на голову и тяжелее его на десяток килограмм. Он не первый раз приезжал в Россию и запомнился нашим болельщикам по выступлениям на чемпионате мира М1 годом ранее. Там бразилец показал настоящее шоу, успевая троллить своего оппонента и раздавать воздушные поцелуи зрителям прямо во время боя. Это было за много лет до того, как такое поведение стало трендом, и потому бразильцы хорошо запомнили, и все ждали этой битвы. Друзья, ММА в нашей стране находится на пике популярности, а российские спортсмены успешно выступают на турнирах по смешанным единоборствам самого высшего уровня. А это значит, что мы можем наслаждаться спортивными соревнованиями и болеть за нашу страну вместе с 1x ставка. Благодаря их новым отличным предложениям вы сможете круто провести время и насладиться выступлениями любимых спортсменов. Если вы фанат спорта, поддержите любимых атлетов и лучшие в мире команды, то 1x ставка — это ваш выбор. Футбол, баскетбол, хоккей, смешанные единоборства, десятки других видов спорта. В 1x ставка найдется все. А еще там вас ожидают интереснейшие акции и крутые призы. Зарядись отличными эмоциями прямо сейчас вместе с 1x ставка. M1 Global presents the history of MMA. Но он очень полюбился питерским зрителям. Они его помнят как очень импульсивного спортсмена. И его очень любят в Санкт-Петербурге. Итак, бой. Омар Сулуев против Педро Цезар. Бой начинается с разведки. Педро Цезар, видим, мощнее, чем Омар Сулуев. Он тяжелее Омара на почти на 10 килограмм выше. Но видно, что Омар очень неплохо начал вести бой. Он навязал сопернику свою дистанцию, свое ведение. Очень аккуратно, спокойно. Сейчас будет расстреливать Педро Цезара своими мощными ударами. Мне кажется, бразилец делает ошибку. Он не должен застаиваться, он должен сейчас навязать борьбу. Броситься в борьбу и пытаться скомкать бой для того, чтобы навязать именно борцовские свои приемы, то, что он умеет делать, то, что он показывал на прошлых чемпионатах в Санкт-Петербурге. Вот у него были порывы, он пытался зайти в борьбу, но Омар Сулуев успешно отражал эти атаки. Омар Сулуев очень опытный спортсмен, он видит, как будет проводиться атака, и он делает контрприем. Сразу встречает соперника или же уходит от борьбы. Очень аккуратно Омар ведет поединок. Но это ему на руку. На самом деле, такое проведение поединка на руку Омару. Я думаю, если так будет продолжаться, то... О, какой красивый удар ногой. Вот так вот в Бразилии он победил в полуфинальном поединке. Один удар и все. И нокаут. Очень уверенный спортсмен Омар. Очень уверенный, очень хорошо ведет бой. Настоящее зрелище для специалистов, для зрителей, которые пришли в юбилейный. Сейчас Педро Цезар пытается перехватить инициативу, он занимает центр боя, но мне кажется, при таком ритме боя ему очень сложно будет. Видно, как он высоко держит голову, он ее почти не прячет. Это очень слабое место для в бою с соперником, который занимается кикбоксингом. Пытался провести прием Педро Цезар, но Омар почувствовал и отошел на безопасное расстояние. Вот уже сейчас видно, что Омар по классу выше, чем Педро Цезар. По классу и по технике.
именно кикбоксинга. Да. Про борьбу ничего не могу сказать, потому что борьбы мы пока не видели. Но это ошибка Педро. Это ошибка Педро, он должен навязывать борьбу сейчас. А он пытается боксировать, пытается медленно пропарывать дистанцию, но Омар все видит и уходит. И находится на той дистанции, которая ему выгодна. Сейчас попытка войти в клинч, но Омар уходит. Очень хороший удар, очень хорошая атака Омара Сулоева. Еще одна. Нокаут. Это нокаут. Вы видели классическое исполнение нокаута. Он подготовил удар, этот удар двумя небольшими ударами левой рукой. И справа в челюсть наносит сокрушительный удар. Нокаут. Победа Омара Сулоева. За этот бой Омар получил приз зрительских симпатий. Так, Педро Цезарь пришел в себя.